Доброго дня суток, дорогие любители спорта, поклонники борьбы. Сегодня суббота, 11 марта, второй день международных соревнований в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. У микрофона Степан Посельский и Александр Посельский. Да, доброе утро, друзья. У нас в Якутске действительно только день начался. И, конечно же, мы начинаем со второго дня соревнований в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня у нас очень важный день. Сегодня у нас первые финалы в пяти весовых категориях у мужчин и девушек. Ну и, конечно же, сейчас мы с вами увидим утешительные поединки и предварительные поединки, да, в предварительных. Да. Я предлагаю, да, посмотреть минутный ролик вчерашних схваток, самые яркие моменты. Давайте посмотрим и вернемся к соревнованиям. Да, да, Александра Копылова в категории 50 килограммов, она вышла в финал. Золотую медаль наша спортсменка спорит со своей землячкой, тоже якутянкой, Надеждой Куличкин. Алиной Куличкиной, да. Это Лев Павлов, наш тоже финалист сегодняшнего дня. Выиграл он двух сильных иранцев. В полуфинале победил. Да, россиянина, своего соотечественника, но из другого, да, региона. Со счетом 10-0 он был сильнее в этой схватке. Да. Встречался он с Узбекистана, да, с парнем, с Бехрузбеем Туранмуратовым. Иранская команда вчера тоже очень себя ярко проявила. Два финалиста у команды. Владимир Боиновский тоже в категории 74 килограммов. Да, оспорит он золото, и очень сложная будет у него схватка в весовой категории до 74 килограммов. Он выйдет против Сергея Пушкина из Коми. Ну, в общем, нас сегодня ждет действительно насыщенный день, насыщенная программа. Всего за золотые медали у нас будут бороться 4 воспитанника якутской школы борьбы. Ну и, конечно же, очень много будет схваток с участием наших гостей из различных стран мира. Напомним, что на коврах ЦСП «Триумф» будут выступать представители 12 зарубежных стран и 27 регионов России. Вот как раз мы начинаем с центрального ковра, и выходит на ковер Николай Заболоцкий, воспитанник также нашей якутской школы вольной борьбы, против спортсмена из Казахстана Нурмужана, да, Аймухметова, да? Аймухамед, да. Ну, видимо, немного опаздывает спортсмен из Казахстана. Николай Заболоцкий готов уже, он стоит в центре ковра. Да, мы видим, что казахский борец уже подбегает к ковру. И сейчас выйдет на центр. Да, это весовая категория до 57 килограммов. Утешительная схватка. В этом весе, как мы сказали, золото оспорит Лев Павлов наш и Баир Баяндуев из Бурятии. Это будет очень интересная схватка двух представителей сибирской школы борьбы. Дальневосточники. Как вы знаете, да, Бурятия не так давно присоединилась к нашему федеральному округу и усилила конкуренцию, что только на пользу, конечно. И давайте мы сейчас посмотрим схватку россиянина и представителя Казахстана. Вот он перед нами. Да, ну, наверное, стоит пояснить, что такое утешительные встречи, да? Утешительные встречи, это проходят, в них участвуют борцы, которые проиграли финалистам. Да. У них есть шанс побороться за бронзовые медали, зацепиться, скажем так. Да, вот эти ребята, они выйдут бороться за бронзовую медаль с проигравшими полуфинальные схватки борцами в этой весовой категории. Так что это тоже, считай, уже тоже схватки за право бороться за медали нашего турнира. Важные встречи. Николай Заболоцкий неплохо себя проявил, кстати, да, и вчера, и посмотрим, как он себя покажет. Сегодня вот. Ну, вчера он уступил, один, да, балл, да, наверное. Вот эти борцы, вот что Аймухамед, что Заболоцкий, уступили Баиру Баяндуеву. Да.
Баяндуев является лидером сборной Бурятии, надежда команды. Ну, наверное, так можно сказать и про практически про любого борца, потому что это смотр сил, это совсем молодые ребята, до 21 года все. Да, уже 10-0, как мы сказали, неплохо он себя проявил, видимо, парень из Казахстана еще не проснулся. Да, ну и временной, конечно же, пояс, да, совсем другой. И, конечно, ребятам не всем привычно так выступать. Для них, наверное, сейчас уже 7 утра или сколько, да? Так что, Николай, мы поздравляем с первым успехом во второй день. И он свои силы еще попробует сегодня. Смотрим, как набирал баллы Заболоцкий. Кстати, в утешительных он еще, наверное, проведет, да, схватку, да. Потому что 38 борцов было в этой весовой категории, очень много участников. Самое большое количество участников именно в этом весе было. Так что Николай еще. Ну, через некоторое время он встретится с Мухаммедом Амином Куштовым. Да, сильный сборной России. Да, борец. Так, ну а сейчас вторая схватка. На ковер приглашается Юлиан Охлопков, Республика Саха-Якутия, борец из Сунтарского Улуса. Его соперник Али Мамини, серебряный призер чемпионата Ирана среди мужчин. Вот он, Юлиан Охлопков. Да, эти оба борца уступили нашему Льву Павлову. Вот этот Юлиан очень молодой парень, ему, наверное, лет 18, да, может. Даже меньше. Даже меньше, да. А его соперник уже во взрослом чемпионате Ирана, такой борцовской державы, вышел в финал. Так что здесь, конечно, расстановка сил понятна. Для нашего борца это скорее такая опыт и урок будет. А для Али Мамини это будет схватка за выход в бронзовый финал. Да, первый балл сразу же Мамини. Но он себя показал, конечно, очень хорошо. Готов он действительно блестяще, и я думаю, что здесь он тоже проблем не испытает. Да, но против вчера, против Льва Павлова, он не набрал ни одного балла. Да, 6-0. 6-0 было, да. Ну, Лев Павлов, конечно, это лидер сборной России сегодня в своей возрастной категории. В прошлом году он был финалистом первенства России. Так что это, в общем, не... Вполне закономерно, можно сказать. Хотя, конечно, его схватка с другим иранцем была гораздо более конкурентной. Да. Прямо скажем. Ну и здесь, как мы и говорили, да, этот мастер уже высокого класса, он здесь, конечно, проблем испытать не должен. 11-0. Али Мамини. Да, сборная Ирана. В категории 57 килограммов среди мужчин первым номером является... А3, да? Алиреза А3. Призер, если не ошибаюсь, Олимпийских игр, призер мира, чемпион Азии. Ну, еще раз нам только остается констатировать, что одна из сильнейших команд, если не сильнейшая, здесь на нашем ковре, это вот Иран, да? Ну, по крайней мере, из зарубежных это точно, да, это сильнейшая. Также мы видели блестящее выступление от атлетов из Армении, тоже Беларуси. Они точно будут в финалах. Я думаю, что у них как минимум несколько будет золотых медалей. Конкуренция очень высокая, еще раз скажем, да. И несмотря на это, наши два юниора вышли в финал, и это очень радует на самом деле. Владимир Баяновский показал настоящий борцовский характер и боролся в весовой категории до 74 килограммов. Это не самый якутский вес, скажем так, да? Но показал себя блестяще, и у него будет очень сложный соперник. Так, ну сейчас весовая категория до 92 килограммов. Это квалификация. Аюр Немаев, Республика Бурятия, и Малач Дибиров, представитель команды сборной России. Мустафа Гаджи, да. Малач Дибиров. Очень интересная схватка. Аюр Немаев является чемпионом Дальнего Востока. Я думаю, что в призах на первенствах он тоже был. Это очень сильный мастер, несмотря на молодость, 92 килограмма. Один из лидеров этого веса у нас в стране, я бы так сказал даже, да, потому что является он лидером сборной Бурятии.
носитель борцовской фамилии Немаевых. Да. Насколько я знаю, да, и отец его тоже, да, боролся, хорошо боролся. И сейчас сын тоже продолжает дело отца. И так, в этом да, весе... ну, сегодня суббота, выходной. Мы видим, что трибуну постепенно заполняется. Александр Николаевич Иванов, наш олимпиец, наряду со всеми зрителями тоже на трибуне, как вы видите, да, многие наверняка узнали нашего именитого олимпийца. Но я думаю, что и на экранах телевизоров тоже сегодня много зрителей, любителей борьбы. Ну и еще раз скажем, что все три ковра также доступны на YouTube-канале CSP Триумф и телевидении wrestlingtv.ru. Это да, Федерация спортивной борьбы России. Так что возможностей посмотреть за схватками очень много. Но самое, конечно, лучшее это прийти сюда и вживую увидеть схватку лучших юниоров. И поболеть, поддержать, да, ребят? Да. Ну и вот самим он зарядиться, да, молодостью, силой. Посмотреть на наше будущее в борьбе. А вот он, майор Немаев. Кстати, в конце прошлого года он стал серебряным призером всероссийского турнира на призы Академии Георгия Дмитриевича Мендиашвили. В финале он уступил нашему... Дмитрию Георгиевичу. Да, Дмитрию Георгиевичу Мендиашвили. Он в финале Аюр Немаев уступил Никите Сафронову, чемпиону республики этого года, да. Ну и в чемпионате Дальнего Востока этого года, да. А здесь чемпионом был наш якутский борец Нюргун Цергин, капитан команды. Вот он, да, Мустафа Гаджи Малаш Дибиров, 92 килограмма. И мне кажется, вот интересная схватка пройдет. Малаш Дибиров является членом сборной команды, прошлогодним чемпионом Дмитриевского турнира. И что-то мне подсказывает, да, здесь в категории присутствует очень сильный иранец. Да. Но это, можно сказать, тоже одна из решающих схваток турнира. Да. Тоже это ребята, которые претендуют на медали точно в этом весе. Будет очень интересно посмотреть. На ковре А утешительные поединки в категории до 55 килограммов. Приглашается Виолетта. 13 стран, включая Россию, и 27 субъектов России, нашей страны, представлены на 9-м международном соревновании в памяти Романа Дмитриева. Такой солидный состав, да? Да, это на фоне всех тех ограничений, которые, да, сегодня в мире происходят. Так что это, конечно, организаторам большой, что называется, респект. Собрать такой сильный состав сегодня не так просто. Вот это, да, Малыш Дибиров очень уверенно начинает схватку и ведет уже 4-0. Ну, это сборная России, это команда, которую в Якутск привез старший тренер команды, тоже именитый в прошлом борец Абусалам Гадисов. Он также у нас присутствует здесь, на арене ЦСКА. Да, Юр Немаев, видим, что... Но это его фирменный стиль. Он много отдает почему-то всегда в начале поединка. Может быть, ему так удобнее бороться, не знаю. Может, это его мотивирует. Но он, у него очень такая дыхалка хорошая. Он до последнего выкладывается. Я думаю, что здесь он все шесть минут будет бороться и будет бороться до конца. Посмотрим. Он много... Я видел схватки с его участием. Да, и Дальний Восток у нас был, да, в ЦСП «Триумф». В общем-то, не скупой на баллы парень, и сам тоже умеет набирать. Что для зрителей, конечно, только в радость. Так, ну, торжественное открытие сегодня состоится в 17:00. Да, а в 18 у нас начнутся финалы.
И такая небольшая информация, да? Ну, финалы, естественно, покажем и открытие покажем на НВК Саха, на главном телеканале. Ну, в 19 часов там стоит в программе... Да, прямой эфир другой передачи, поэтому мы увидим последние схватки, да, ну, час мы посмотрим, а потом уже пойдет в записи. В 21.00. Да. Но прямую можно далее посмотреть на телеканале «Мамонт». Вот такая небольшая информация. Видите, уже, да, Аюр Немаев дал продышаться сопернику, уже ему уже сложно после трех минут. Сейчас мы увидим во втором периоде, я думаю, будет другая картина. Ну, сможет ли он набрать победные баллы? Это не факт, конечно, но видите, уже присел, да? Да, присел парень из синего угла, Малыш Дебиров. И ему сейчас сложно будет, это точно. Ну, здесь, конечно, обидно, он отдал баллы, Аюр. Но, видите, уже начинает нагружать соперника. Хорошее у парня здоровье, и, ну, видимо, и занимается много, хорошо, набирает объем. Вперед, да, Аюр Немаев. А он сейчас будет как танк переть, нагружать соперника. Ни секунды он не даст ему покоя, точно. Если сейчас ему удастся взять, ну, хотя бы 2 балла, то концовка будет очень горячей. Ну, Малыш Дебиров пока хорошо защищается, тактически грамотно вяжет руки, не дает возможности атаковать. Вот и арбитр начинает претензии предъявлять Малыш Дебирову, что он ушел в глухую оборону. И сейчас, да, и включен секундомер. 30 секунд. Вполне все закономерно сейчас. Причем рисунок поединка, он понятен, да, на концовку. 2 минуты, и все время атаковать будет Немаев. Выдержит ли Малыш Дебиров? Ну, мне кажется, Малыш Дебирову сейчас надо искать счастье в атаке, да? Да, но если он сейчас в глухую оборону уйдет, то будет непросто. Вот, 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 вот оно. 2. Так, 1 балл дали, плюс еще 1 будет. Да, 3. 3-4 уже. 4 будет. И совсем другая картина. Да, минута 39, достаточно большое количество времени, пытается вот так продышаться. Арбитру здесь надо очень внимательно работать. 3-4. От работы арбитров, конечно, тоже очень много зависит. Здесь надо быть очень грамотным, понимать борьбу, понимать, что происходит на ковре. Ну, отрадно, что на всероссийской, на международном турнире принимают участие и якутские судьи, которые, да, повышают свою квалификацию на таких соревнованиях. Вот, допустим, на ковре сейчас работает Степан Скрябин. Еще 1 балл. А здесь надо 5-4 уже. Ну вот о чем мы говорили. А Аюр Немаев — это вот такой танк, настоящий бурятский танк. Да. А Мустафа Гаджи, Малыш Дебиров сидит. И его, я так понял, это тактический момент. Да, да? Конечно, вот. Это челлендж. Челлендж. И здесь они выигрывают время продышаться, восстановиться. Несмотря на то, что им придется отдать еще, наверное, балл. Да. Ну, потому что шансов мало. Ну, понятно, что очень устал Малыш Дебиров. Это очень затратный, энергозатратный вид спорта, конечно. Здесь надо быть блестящим атлетом, физически подготовленным. Тем более в таком весе, да, 92 килограмма, богатыри. 6 минут – это не шутки, конечно. Да, вот она восстанавливает силы для последней атаки своей, да. Может 2 балла сейчас набрать проходом. И ну, посмотрим. Да, здесь, ну, здесь по-разному трактуют, да?
Ну, а Юрий Немаев был на ногах. Он. Ну, если они дали там 2 балла, я тоже бы не согласился, потому что все-таки это не прием, да, вытолкнуть за ковер на самом деле. Ну, техническое действие, конечно, 1 балл, безусловно, но 2 вряд ли. Может быть, сейчас равняют 4-4, но это такую картину, в общем-то, это не... сильно не Ноглик, да, но в любом случае это сыграет в пользу Малашдибирова, который более 1,5 минуты сейчас восстанавливает свои силы. И челлендж выигран, да, 4-4. Да, правильно, правильно, да. Я вот тоже согласен, что там 2 балла. Хотя нет, 5-4. А даже в партер, да? А Юра работает в партере. Да, неплохо забрал сейчас. Сейчас покажет. Вряд ли здесь получится у него. Хотя нет. О, вот это да. Ошибочка вышла, да? 1 балл дали. Ну да, он. Ох ты, еще да. И накатом. Ну то ошибочка Немаева. Улыбается еще парень. 7-5. Ну, он нам горячую концовку устроил. Да. Это сам Аюр Немаев, конечно, своей ошибкой, которая может ему стоить. Да, ну и надо дорого. Отдать должное и да, секунданту Малашдибирова, который да вовремя спохватился, понял, среагировал, да? Да, и выиграл для борца время. Тактически очень грамотно, конечно. Мне кажется, нашим тренерам тоже этому надо, таким моментом надо... Да, учиться, конечно, тут надо все возможности использовать. Да, практически, я бы сказал, мертвую схватку они вытащили, да? Конечно, да. Ну, у Немаева зачем там надо было работать? Да. Встал бы и все, да? Он сам себе очень проблемы устроил. И все, на 2 балла надо бы сейчас бросок за спину. Нет, не успел. Ну, жалко, если честно, мне жаль, что Аюр Немаев... Да. Здесь уступил, потому что по всем статьям он был как минимум не хуже. За соседей, конечно, всегда болеешь. Ну, Малашдибиров, конечно, может себе позволить чуть-чуть отдохнуть, потому что заслужил. Достойная победа. Ну, а Юрий Немаев это послужит большим и хорошим уроком. Ну да. Интересная схватка, очень интересная схватка прошла. Прямо в учебнике, наверное, можно записывать, да, вот как не надо ошибаться. Вот смотрим, как он здесь, вот смотри, зачем это надо было, да? Ну, здорово, конечно, за спину вышел Малашдибиров. Так, мы сейчас перейдем на ковер А, где пока идет борьба девушек. Ну, после этой встречи на ковер выйдут Демьян Амакаров, команда России, и Армин Хабибизаде. Это утешительная схватка в категории до 65 килограммов. Интересная встреча будет. Ну, мы стараемся, да, показать иранцев, потому что они здесь очень ярко себя проявляют. А перед нами это в красном трюко Ольга Балютина. Ее соперница Арина Яковлева. Кстати, среди девушек, да, на соревнованиях присутствуют очень такие титулованные спортсменки. Допустим, финалистка в категории до 59 килограммов спортсменка из Азербайджана Мамадова является чемпионкой мира, победительницей первенства мира. Есть еще
триумфаторы юниорских первенств Европы, Азии, призеры мира. Так что борьба девушек на самом высоком уровне. Да, ну, Степан, я тоже ничего не жалею, что на турнире включена женская борьба, да? Да, конечно, это только действительно украсило наш турнир. И я думаю, что займет свое место здесь и с этого года, начиная с этого года, будет постоянно, да? Добавило, так скажем, ярких красок, да? Безусловно. Да, это Богдан Алексеев, красный угол и синим трико. Нет, извиняюсь, это Демьян Макаров в красном и в синем трико Армин Хабиб Заде. Наши спортсмены вчера вступили в свои схватки. Финалисту в категории до 60. Вот это да. Обе ноги прошел Богдан Макаров. И 2 балла зарабатывает. Тут сразу же переходит на скрестный захват. На коверце приготовится борцам. Защищается его соперник. Очень энергично, конечно, Макаров начал. Интересная тоже нас схватка ждет. Это весовая категория. 65 килограммов. 65 килограмм. Но это одна из самых конкурентных весовых категорий была. 65 килограммов. Здесь просто блестящие атлеты были. Любо дорого было посмотреть. И спортсмены из Ирана, Армении вышли в финал турнира. В полуфинале были тоже очень захватывающими. Лучший бросок дня именно я так, ну, по моему скромному мнению, был в полуфинале этой весовой категории. Андроник Аветисян, да, по-моему, бросил. Спортсмены из Кыргызстана, тоже блестящего атлета, показавшего себя с хорошей стороны. Ну вот эта пара Макаров Хабибзаде вчера вступили предварительных сматках. Да, иранцу, да? Да, иранцу Мохаммад Резаи Шакири, который тоже... Шакири вообще, по-моему, очень мало баллов дал, если вообще, да, отдал за 4 там схватки, которые он провел вчера. И показал себе просто блестящую готовность. Физически на очень сильный парень. Балл отдался. Ну, равная схватка, очень равная. Такие мощные оба ребята. Хорошо проходит, да, в ноги. Да. Скорость хорошая у Богдана Макарова, но здесь ошибается, ловит его на этом движении Хабибзаде. И в отлично сейчас работает и на крестном. Это очень опасный захват. Здесь можно просто с одного захвата выиграть схватку. Набрал он уже, видите, да, 4 балла. Но бывает так, что 10 сразу набирают. 5 раз перевернул. И все. 5-2 выходит вперед Хабибзаде. Но здесь уровень схватки очень высокий для юниорской борьбы, как видите. Ух ты, вот это бросок! Да. Через бедро бросил сейчас. 4 балла показывает, да? Демьян. 6-5. Вышел вперед. Интересно, какой регион представляет этот богатырь. Видите, да, какой мощный парень. Просто небольшой такой крепыш. И очень энергичный парень, мощный. Такой по-хорошему наглый такой, нахрапистый, бесстрашный, я бы даже сказал, да, как он бросился сейчас. И в очень непростой ситуации сумел сделать бросок, очень красивый, который оценили в 4 балла, который эти 4 балла, конечно, стоит. В ноги пытается пройти Хабибзаде. Защищается Демьян. Встает как, да? Мощные оба, ребят, просто атлеты настоящие. И, видимо, вырвал ногу. 6-5. Это только первый период. Будет еще концовочка у нас. Действительно, какой регион, да? Да. Было бы интересно. Я думаю, мы его еще увидим на многих других соревнованиях. Вот, посадил. Посмотрите за повторы. Интереснейшая схватка. Бросок через бедро сейчас. Вот смотрите, как он
Да, тут я порылся в интернете и сразу наткнулся на запись в Ютубе. Демьян Макаров, молодой талант из Татарстана. А, да. Ну, да, у нас из Татарстана тоже, конечно, тоже борцы бывают. Да, является, оказывается, вот он, победителем первенства Приволжского федерального округа. Вот бросок. Красиво бросил. Да. Ну, действительно талантливый парень. Нет, ничего не скажешь. Призер первенства России, финалист, оказывается, до 18 лет, так что... Да, а в каком году это? Да, до 18 лет, сейчас посмотрел. Сколько ему лет? Ой, снова бросок. Прошлого года. 4 балла показывает арбитр, поддержит ли его. Вот такой, 10-6 сейчас счет. А сколько тогда? Ну, 18, наверное, 19-18 лет. Вот это да. Это вот, считай, вчерашний школьник, да? Как иранская сторона, видимо, тоже да, не согласна. Может быть, там челлендж был, потому что я тоже, в общем, там... На ковре вопросы возникли. Да, все-таки челлендж бросили. Давайте и мы посмотрим повтор вот этого броска. Оцененного арбитром в 4 балла. А, кстати, иранец не согласился, он отобрал челлендж. А, да? Да. Ну, вот здесь. Ну, да, опасное положение, ну, такое, да. Со стойки было, но там уже, когда вот они упали, да? Не... да. В общем, посмотрим. По-моему, иранец отказал. Или все-таки смотрят? Нет, иранец отказал, потому что кубик... Или что? Ну, может быть, тренер настоял на том, чтобы вас смотрели, да? Ну, судьи все квалифицированные. Да, все-таки челлендж. Да, смотрят, да? Брошен. Повтор. Еще раз посмотрим. Вот он, да, перешел, захват взял. Ну вот на, да. Я бы даже сказал, не на одну лопатку, да, потому что здесь сложно. Ну, 4 балла, мне кажется, здесь вряд ли. Ну, арбитры сейчас решат, да. Не будем в их работу, да, вмешиваться. Вот он, Демьян Макаров. Очень мощные ребята. У нас поединки проходят под 3 коврам. Еще раз напомню, да. Очень много интересных схваток параллельно проходят. На ковре победа держал Шавкат. Ну и зрителей у нас уже очень много, да? Да. Вот, смотрим, сегодня выходной день, поэтому подтягиваются. Да, сегодня в 17:00 состоится торжественное открытие. Ну а далее финальные схватки, на которых представлены будут 4 воспитанников Якутской школы борьбы. Лев Павлов. 57 килограммов, 74 Владимир Бояновский. И в категории 50 килограммов 2 наших девушки. Саша Коплова и Куличкина, да, наша. Алина, да? Да. Внимание, челлендж ковер А. Действие начатое. Главный судья соревнований объявляет сейчас результаты пересмотра, да, этого момента.
Внимание, челлендж ковер А. Действие, начатое борцом в красном трико со стойки и законченное без паузы, оценивается 4 балла борцу в красном трико. Плюс балл за проигрыш челленджа. Все-таки да. Оставили без изменений, да? Со стойки бросок. Ну и плюс балл. Плюс балл. Демьяну Макарову за проигранный челлендж иранца. И в 5 баллов он ведет. 11-6. 2 минуты бороться еще. Но что-то мне подсказывает, будет очень интересно. Да, конечно. Иранец пошел вперед. Проходит ноги, подтягивает к себе. Защищается здорово Макаров Демьян. Интересная завязка тоже. И даже за ковер сейчас удается вытолкнуть, да, Макарову. Здесь еще один балл дает арбитр Демьяну. 6 очков отрыва. Да, сам проходит ноги, и молодец какой, поднимается. Не получилось у него, да, задуманное, но пока еще пытается поднять, перевернуть иранец, но не успел он, и свисток. Минута 14, время еще есть. На ковер Б приготовится борца весовой категории. Пошла последняя минута. Абдусалам Гадисов, да, там, по-моему, и 2 балла. И вскрестный захват пытается взять. Вот и взял, поднимается. Да. Сможет ли он перевернуть? Смог. Есть 2 балла. Еще 2. И еще. Нет, все-таки не получилось. И сам, да. Вот это борьба. Это да. 10-12. 13-15. Это схватка. Да, крепко схватился Демьян. Да. 21 секунда остается. 17-10. Вот это схватка. На ковер приглашается доктор. Зовут. Да. Да, кстати, вот да, герб Татарстана. Это тренер Демьяна Макарова. Тут драма прямо разворачивается. Конечно, это уже один. Это всего лишь, да, первая схватка в вытащительной программе для борцов. 65. Травму получил. Ну, конечно, там. Этот захват, конечно, он очень такой. Фактически болевой прием. Да. Кость в кость. Ну, отыграть 7 баллов за оставшиеся 15 секунд вряд ли удастся иранцу. Но мы можем сказать только спасибо, да, борцам, да, за такой спектакль, который мы посмотрели прям с утра. Мощный поединок. О чем мы говорили? 65 килограммов – это настоящее украшение нашего турнира. Да. Ну и поздравляем, да, Демьяна Макарова с победой. И трибуна как реагирует, да, очень тепло приветствует. Аплодисментами наградили Демьяна Макарова. Вот как радуется тоже. Прям как финал, да? Да. Утешительный поединок всего лишь. Да. Итак, мы
сейчас перейдем на ковер Б, где начнутся уже предварительные схватки на стадии квалификации в категории до 61 килограммов. Пройдет схватка с участием якутского борца. Да, пока смотрим, как Демьян Макаров проводил эту встречу победную. Николай Заболоцкий и Мухаммед Амин Куштов вышли на ковер. Это, оказывается, да, 57 килограммов. Утешительная схватка. Вторая для Николая Заболоцкого и первая для Мухаммеда Амина Куштова. Заболоцкий в первой схватке учащенной программы победил со счетом 10-0, по-моему, да? Нарымжана Альмухамета. Ну да, достаточно. Да, и в случае успеха он да, встретится. Да, тычок в глаз. В самом начале встречи. Неприятный момент. На ковре Б борцы весовой категории до 57 килограммов. Николай Заболоцкий в красном трико, а в синем Мухаммад Куштов, Россия. Демьяна Макарова, да? Мы ждем, значит, в бронзовом финале. Интересно будет посмотреть за схватки этого борца. На ковер А приглашается борцы весовой категории до 79 килограммов. Заболоцкий тоже сейчас схватка за выход в малый финал. Ира, Дмитрий, Лукашев, Беларусь. Хороший проход в ноги. Молодец. Николай. Взял пятку. Ух ты, здорово сейчас. Но защищается Куштов. Да. Не удалось выйти за спину, но есть такая еще возможность. Пока еще. Ух ты. Только балл, да? Два. Два балла. Ну да, два. Это здорово сейчас. Боролся Николай Заболоцкий. Сразу подходит к центру ковра, показывает свою уверенность. Уверенность в своих силах. Желание продолжить схватку. И продолжает работать первым номером. В центре ковра. Молодец, Николай. Синим трибом Александр Кузнецов. Соперник. Да, объемный захват. Ух ты, здорово сейчас как задел. Ну там голову пытается встать на колени. Ну там пятки, да, соперник забрал. Пытается, да, вывернуться. Молодец, Николай, до последнего борется. Если сейчас арбитр не даст свисток, то получится ему
выйти за спину. Надо сейчас освободить ноги. Не успел все-таки. Но показал вот решимость действительно. Не просто его сопернику Пустову. Прессингует Заболоцкий. Интересная также содержательная схватка. Много действий. Снова проходит в ноги Николай и 2 балла, я думаю. Так, да. Посадил за ковром. Молодец. Судья Павлов из Бурятии. Глаза горят у парня. Молодец. Очень решимость, да, видна. Уверенный. Это вот малый финал схвата, так что решающая тоже в какой-то мере, да. В вечерней программе, да. В финале выступить тоже это, тоже такой, скажем, приз, да, возможность показать себя перед такими трибунами. Я думаю, вечером будет практически полный у нас, но центральные трибуны. Многие завершат свои выходные дела и в 18:00 посмотрят финал, я думаю. Молодец. 4:0. Здорово! 2 балла взял. 6-0. И в опасном положении, да, держит. Заболоцкий. Молодец, сейчас переворот получился. Да, еще получился, 2 балла. Да. 8-0 уже счет. Еще 2 балла и досрочная победа. Первый утешительный поединок Николай тоже выиграл досрочно. Если сейчас накат ему удастся, нет, пока все-таки не получилось. Но 2 минуты еще есть. Энергии хватает у парня. Видите, да, как в центре ковра. Да. Подпрыгивает, стоит. Ну, поймал кураж, мне кажется, да. Николай. Молодец. Еще 2 балла надо взять. Если выиграет, конечно, будем за него переживать вечером, болеть. Каждая медаль здесь очень дорога. 57 килограммов, еще раз напомним. 38 участникам. Стать одним из лучших среди 38 юниоров. Дорогого стоит. Воспитанник УЩ Солданской школы вольной борьбы, если не ошибаюсь, да, Николай Заболоцкий. Ну, тоже борцовская фамилия, если у Солданской, да? Так что вполне возможно. И родственник, да? Мастер спорта международного класса. Афанасия? Афанасия. Ну, я не скажу, но фамилия, по крайней мере. И УЛУС школа одна. Характер тоже борцовский. Минута последняя пошла. Провалить надо бы сейчас в атаке, выйти за спину. Защищается Кустав все-таки. 40 секунд. Не получилось это. Да. На кочергу сейчас. Да. Дался уже.
за спину надо выйти. Да, и два, да, два балла засчитали. Два балла Николай Забыл. Ну, фиксация там небольшая была все-таки. И да. Очень ярко себя проявил в двух утешительных схватках. И вполне заслуженно он выступит в бронзовом финале. Герой нашей утренней программы. Да, его соперник потом станет здесь тувинский борец, да, Сандак? Да, по-моему, да. 57 килограммов. Сейчас уточнимся. Айслан Монгуш будет. Вот это очень интересно также, да, будет схватка, да. Так, ну, можно сейчас посмотреть встречу двух иранцев в категории 57 килограмм, которых вчера, да, выиграл наш Лев Павлов. Ну, здесь тоже фаворит все-таки Эбрагим Хари, наверное, да, выступает. Да, который, да, которого Лев Павлов, да, 5-4. Выиграл со счетом 5-4. Была такая интересная борьба. Непростая спорта. Да, ну это перед нами выступают серебряные и бронзовые призеры чемпионата Ирана среди мужчин этого года. Наверное, вот эта встреча имеет какой-то, да, принципиальный характер. Возможно, они решают, да, судьбу первого номера, да, среди юниоров. Да, Хари забегает за спину, берет 2 балла. Так, ну а на параллельных коврах идут схватки в категориях до 79 и 92 килограммов. Первый период завершился со счетом 0-2 в пользу Хари.
услышать, да, в ближайшее время на больших коврах, турнирах. Будущее сборной Ирана сильнейшая, одной из сильнейших сборных мира. Кстати, вот, да, его секундантом сейчас был чемпион Коркинского турнира, молодой борец Мабин. Какой, да, проход красивый. Да, сегодня мы его тоже увидим. Кстати, он, да, был... На промокашку взял, смотри. Практически. Да. 4-0. Да, все-таки получше, да? Ибрагим Хари, да, выглядит. Очень мощный атлет. Уверенно ведет схватку. 4-0 с первых секунд второго периода. Сразу пошел в атаку. Вот он, Мухаммед Амин Мабин. Кстати, он в форме, да, якутской, якутского бренда одежды «Тагаз». Любят вот эту очень спортивную одежду спортсмены, кстати, борцы из Дагестана, Бурятии, Тывы. Специально заказывают вроде. 6-0 между тем. Секунд остается. Так, ну, после данной встречи пройдут квалификации среди категории до 61 килограмма. Тем временем на ковре победу держала якутянка Екатерина Борисова. На коверце приглашается марцей. Последние секунды у нас на центральном ковре. И 7-0 выигрывает Ибрагим Хари. И выходит в схватку за бронзовую медаль. Поблагодарили друг друга, дали руку. Ну, ребята, конечно, вместе тренируются в сборной команде. Хорошо. Его знают. Так вот завершилась встреча иранских борцов. Да, с победой Хари Ибрагима. Так, ну а на ковре С сейчас начинается интересная схватка двух якутских борцов. Юлиан Григорьев, да, и Андрей Медловец. Два лидера, да? Да. Весит до 61 килограмма в составе сборной республики. Юлиан Григорьев чуть помоложе будет. Он является, да, лучшим борцом прошлого турнира. Республиканского всероссийского турнира на призы Павла Пенигина и железной дороги Якутии, родом из Аймаконского
района, насколько я, если не ошибаюсь, да. Андрей Медловец, призер первенства России. И Замги. Да, ну, имя и фамилия Андрея Медловца. Более на слуху, да, у любителей и поклонников борьбы. Выступал он в основном в категории 57 килограмм, да, последние годы. И, ну вот, перешел в последний год. Руки, сам он тоже не маленького роста. Думаем, не задержится в категории до 61 килограмма. Да, ну, лидером сборной республики в этом весе является Артем Слепцов. Он родом из Омомского района, воспитанник Чурапинской школы борьбы. Посмотрим на него. Давай, 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 красный. Давай, синий. Активнее. Красный бороться. Тем временем на ковре Б Эдуард Попов одержал победу у Заира Анастасова. Это были два воспитанника Якутии, школы борьбы. Один ноль идет Медловец тем временем. 1-1 уже. А, 1-1. 1-1, да, сейчас заработал Юлиан балл за счет выхода за ковер Андрея. Ну, не совсем зрелищно, да, проходит вот эта схватка. Ну да, очень хорошо друг друга знают, да, каждый день на ковре работают, поэтому здесь ожидать такого обилия приемов, наверное, не стоит. Но посмотрим, как второй период сложится. Если кто-то из спортсменов выйдет вперед, то более активно, конечно, придется работать сопернику. Николай Романович Данилов секундирует. Алексей Некрасов, да? Тренер сборной по физподготовке, отвечающий за полуфиналку. Гаврил Игнатьев секундирует Андрею Медловцу. Известные в республике специалисты. Второй период. Но кому-то из них придется уступить дорогу. Это весовая категория до 61 килограмма. Я думаю, здесь тоже достаточно большое количество участников. Непростой путь к финалу. Это только стадия квалификации. То есть их тут, я думаю, больше 32, да? Да. Вторая по численности категория. Килограммов, напомним, сколько, 38 участников было, да? Да, после этой схватки в этом весе представители Беларуси и Ирана также встретятся. Наверное, будет интересно тоже посмотреть, да? Егор Рудовский
и Али Колухи. Очень внимательно работают спортсмены. Здесь еще от работы арбитра будет зависеть исход поединка. Кто более активен, надо определить. Ну, мне кажется, да, в центре больше сейчас Григорьев находится, да? Да. Чем Андрей Медловец. Прессингует соперника, пытается вытолкнуть за ковер. И это получается у него. 2-1. Юлиан Григорьев. Да, Юлиан свои вот эти 2 балла буквально, да, за ковер по одному набирает. Если для победы любые средства хороши, да, если не получается, да, то надо искать пути к победе. Андрей сейчас, надо крепко подумать, как. Ищет он захват, хочет бросок сделать, ищет. Но защищается хорошо сейчас Ильян. Мне кажется, здесь будет свисток скорее. Да. Хотя да, встает на ноги Ильян. Даже в такой непростой ситуации он ищет возможность атаковать. Да, свисток. 2-1 по-прежнему в пользу Григорьева. Да, и 38 секунд всего остается. Да, но в таких равных схватках, да, особенно интересно приходит к концовочке, когда отделяет всего 1 балл. Юлиан хорошо контролирует, не дает, да, активный захват. Да, мне что-то кажется, не в форме сейчас находится Андрей Медловец, то ли вес согнал, да. Да, каждый день... проходит взвешивание. Здесь еще 2 балла набирает Юлиан Григорьев. И это 4-1. Или не успел. Ну, в любом случае, это победа, да, Юлиана Григорьева. И он приходит вот в стадию 1-16, да, я так понимаю. Или 1-8. Да, ну пока это квалификация, да. Ну, выходит он в какую-то следующую стадию. Да. Так, мы останемся на ковре. Я хорошую подготовку и хорошую готовность показал. Да, будем следить за выступлениями Юлиана. Выиграл одного из лидеров сборной республики. Да. Ну, как-то обреченно атаковала Медловец. Да. Так, а на ковер приглашаются борцы из Белоруссии и Ирана. Егор Рудавский и Али Колухи. Голи Задеган. Ну да, да. Там три слова фамилии. Али, Голи, Задеган, Колухи. Не по годам зрело выглядит, да? Напоминаем, всероссийские соревнования памяти Романа Дмитриева проходят среди юниоров до 21 года. Ю-21, да, так по-современному сейчас называют. 1-0. Ковре. А, кстати, вот Демьян Макаров выходит против сильного армянина. Вот, кстати, вот эту схватку, если есть возможности, мы бы попросили режиссера нас туда перевести, потому что 65 килограммов, интереснейшая схватка. А в 61 мы еще посмотрим сегодня, да? Ковер А. Сильнейшие борцы.
будет интересная схватка. Да, это Арутян Хованисян. А. Айк Абрамян точно, да, и да. Макаров, да? Если не получается, то мы остаемся. Да, сейчас перейдем. Вот да, он. Вот перешли. Интереснейшая килограммов. Демьян Макаров, красный угол. Татарстан, Россия и Айк Абрагамян. Ух ты, какой кочергой опять пытался сделать. Вот здесь не засчитан, конечно, действие. 2-0 ведет Абрагамян, спортсмен из Армении. Тем интереснее нам сейчас будет посмотреть, как себя проявит спортсмен из Татарстана. Очень яркий борец, мощный. Но его соперник, наверное, тоже не уступит, да, в атлетизме. Ох, за пятку пытался схватить Макаров. Скорости хорошие здесь. 2 минуты прошло. Такие походят ноги Абрагамян. Пытается взять, он все-таки не один балл, а 2, да? Да. И да, добивается, и да. Что, да, удается ему. 4-0 забивает. И еще 2. 6-0, да? Да, мне кажется, здесь надо засчитать, потому что... Ну и свистка не было, и с рабочей зоны, наверное, начал, да? Продвижение вполне справедливо засчитали. 6-0 ведет Абрагамян. Но до последнего будет бороться Макаров. Выталкивает за ковер. 1 балл зарабатывает. Не дали? Ну, мне кажется, да, есть, конечно. Последние секунды первого периода. Так, начинается второй период. Счет 6-1 в пользу армянского борца. Так, и по 2 дали, да? Да, нет, 2-1 в пользу Макарова. Но здесь, да, опасное положение. Скрестный захват был и отрыв. Снова 6-0. Thank you.
Идет в атаку Егор Адемьян Макаров. Ух ты, танк 4-9. Злой, да? Да. Парень. Очень активно за него болеют сейчас. И, кстати, за сборную Армении тоже тут пришли поболеть. Да. Даже флаг развивается на трибунах. Я думаю, вечером будет, да, очень интересно посмотреть на это. Пять девять и две минуты еще бороться. Да. Интересно. Вот они, болельщики из Армении. Ну, местные, наверное. Да, местные, наверное. Соотечественников. 5-9. Ну, счет не такой уж, да, рабочий, 4 балла. Да. Я думаю, что даже в одном захвате может взять. Ну, вот здесь он подсел как-то. 4 балла. 9-9. Да, мне кажется, он специально зашел внутрь, чтобы этот прием, да. Да. 9-9. Да. И по качеству сейчас ведет. Еще один балл. Красавец. Будет или нет? Да, дает арбитр один балл. Он уже, можно сказать, любимец местной публики. Да. Завоевал сердца болельщиков. За него болеет весь зал сейчас. Интересно, конечно. Минута с лишним еще бороться. Вот это да. Вот это напор, желание к победе, да. Бывает, да, такой приз. За волю к победе можно смело Демьяну Макарову. Симпатии, да, вот. Специальный приз вполне мог бы заслужить Демьян Макаров. Но время еще есть, да, чтобы... Лайка Абрагамяна, да? И Гадисов очень внимательно наблюдает за схватками именно Альберта Макарова. Конечно, да, если он был в призерах на первенствах России, значит... Обязанность старшего тренера посмотреть, как себя проявит на такой международной встрече. Да, сейчас интересно узнать, были ли 4 балла у армянского борца, если еще станет 10-10, да? Да. Но в любом случае по качеству и по... Нет, по-моему, 4 не было у него. Да. 4 не было. Сейчас ведет Альберт Макаров, и даже если балл возьмет Абрагамян... Да, ну и не сильно, да, он... И бросок сейчас делает. Два балла. Демьян, да. И как ликует, смотрите, да, и тренер как радуется, да, своего воспитанника. И трибуну, насколько тепло его включают. И будет он представлен, да, сегодня на вечерней программе бронзовых финалов. И мы, наверное, будем болеть тоже за Демьяна Макарова. Да, я точно буду болеть. На ковре хорошую борьбу показал и победил. Ну и не зря мы показали вот этот склад, когда выбрали. Конечно, да. Ну, 65 килограммов, это самый качественный, наверное, действительно. Да. Ну, в 57 на эту. Благодарит руководителя ковра. Молодец. Альберт Макаров воодушевленный. И вечером мы надеемся, он покажет себя тоже очень ярко. Вот смотрите, да, как повторы, как эта схватка прошла. Блестящая схватка. Исполнение Альберта Демьяна. Так, сейчас на ковре Б продолжаются, да, схватки в категории до 70 килограммов. Мы перейдем сюда. Вот это да, да, это вот бросок красивый. И провалил, да, это уже концовка. И эмоции, да. Что-то говорит себе, кричит, да. Ну, эмоции, очень много эмоций отдали, ребят. Так, это 70 килограммов, а на ковре белорусский борец выступает в синем трико. И представитель тоже Армении, международная схватка такая, да? Давид Маргарян и Никита Демченко, да, тут по-английски. Ну, это, да, транскрипция белорусских. Да, фамилий. И обращаю внимание, после данной схватки на этом же ковре выйдет Али Резаи, который, да, на турнире Коркина осенью прошлого года победил
чемпиона мира Загира Шахиева. Это была, наверное, такая одна из громких сенсаций того турнира. Сам выход на ковер вот иранского борца надо операторам очень хорошо показать. Он в стиле этого Хасана Эзденеда. Кувырок делает и в высоком полете, да, прыгает, словно тигр, да? Да, тигр или орел, или, в общем, да, это зрелище того стоит. Маргарян ведет 5-0. Первая минута завершается, вернее, первый период завершается с удобным для армянского спортсмена счетом. Пока ведет он 5-0. Это схватки. У нас действительно настоящий праздник, как бы это ни звучало, да? Праздник борьбы, праздник спорта, праздник дружбы народов. Спорт всегда объединяет. Это место, где зарождается дружба. Да, сборная Армении, конечно, тоже очень мощно представлена. Очень сильные атлеты все, хорошо готовые. Конечно, мы всех этих ребят, я думаю, тоже еще не раз увидим на международной арене, на чемпионатах, первенствах Европы. Да. Многих из участников, конечно, этого турнира, да. Я думаю, что вот те лидеры, которые сегодня будут в финалах, в малых финалах, мы их обязательно, эти имена, услышим уже на высоком уровне, на гораздо более высоком, на чемпионатах мира, уже на взрослом уровне. И, возможно, на Олимпийских играх, да, даже на пьедестале. Мне было бы интересно, да, сейчас, если статистику такую провести, да, посмотреть всех финалистов, призеров, да, кто из них добился высот, да, в спорте, в борьбе. Я думаю, немало их, потому что это уже 9-й раз проводится наш турнир. Но с 13-го года, один год мы пропустили по известным причинам, да, да. И 9-й раз, а в следующем году у нас 75 лет будет Роману Михайловичу Дмитриеву. Ну, самый яркий пример, наверное, это Хасан Яздани, да? Да. Абазгаджи Магомедов постоянно выигрывал Коркинский турнир. Вот это да. Является, по-моему, двукратным или трехкратным чемпионом. Двукратный чемпион мира, да. Да. Многократный чемпион Европы тоже, да. России. Один из лучших атлетов прошлого года, как минимум, да? За рубеж Седаков, я не знаю, боролся ли на Дмитриевском. Я вот честно тоже не буду брать здесь. Вот ты уже вспомнил две такие известные фамилии, да? Хасан Яздани – это величина уже, она останется уже в истории спорта, да, мирового спорта, не просто борьбы. Ух ты! Еще два балла забирает Маргарян. Или 4 балла. 2 балла все-таки. 9-0. И Беларусь тоже с таким расширенным составом у нас участвуют. И девушки, да, как себя показывают. Ну и парни тоже. Будет за золото бороться их богатырь. Мощный парень Козлов. Имя запамятовал, но вечером мы его увидим. Он не даст о себе забыть. Такой очень мощный. Я думаю, он будет фаворитом в финале. В весе... Я поспорю, да. Нет, 97 килограммов. 97. Он будет, да, бороться... С Исламом Ключуковым он из Москвы, да, будет бороться. Я думаю, что фаворит. Интересно будет борец. Посмотреть. Это сборная России тоже Ключуков. Да, еще 2 балла и 11-0 выигрывает Маргарян. Челлен, мне кажется, здесь. Просто
Так, у нас брошенный челлендж. Видимо, тренер усмотрел, что армянский спортсмен первым за ковер, да, вышел, но мне кажется, здесь... Да, там рукой, да, первым вышел все-таки белорусский. Еще один балл, 11-0, победа спортсмена из Армении. Поздравляем с первым успехом и ждем интереснейшую схватку весовой категории до 70 килограммов. На этом же ковре, на центральном ковре Центра спортивной подготовки «Триумф». На ковер приглашается Дмитрий Кутриянов, Россия, Али Резаэль Чора, Иран. Итак, Дмитрий Куприянов и Али Резаи. Интересная схватка. Россия и Иран. Да, эффектно сейчас зашел. Ворвался на ковер Али Резаи. Да, правда, вот на том турнире Коркина Али Резаи победил Загира Шахиева, но во вторую схватку уступил Арбак Усат. Так что здесь нельзя сказать, что он явный фаворит турнира, потому что он может проиграть, да? Ну да, сборная России Куприянов, да? Да. Ну, такой вязкий борец. Допустим. Бал красному. Да. И там схватка с Загиром Шахиевым. Счет, по-моему, был 18-16. Да, очень много баллов тогда набрали. Яркая схватка. Вот прессингует, да? Да. Активно Резаи. И балл зарабатывает 1-1. Не останавливаются Резаи. Но он сказал, что пришел за золотой медалью, да, я так понимаю. Да. В беседе с Александром в социальных сетях он сказал, что только золото. Он наверняка, у него уже есть успехи и в национальных чемпионатах, да, первенствах, и, может быть, на международной арене, да? Да, I'm back stronger, написал. Но я вернулся сильнее, да? Ну, правильно. Конечно, молодой человек должен каждый год расти. Он уже даже за полгода, да, можно, конечно. Да, есть. 2 балла. А 4 дали? 4, потому что бросок был... Нет, все-таки 2. Или 2. Тут руководитель Кобра. 2-2, 4-1. Партер забрал руку, нет, отпустил. Нет, здесь 2 балла все-таки взял, да? 6-1 уже и 7-1. Не отпускай это вообще никак. Еще 1 балл. Ну, иранцы тоже, у них, да, свой стиль тоже. Очень хорошо они продолжают атаки, переходят на другой прием. В общем, богатый очень арсенал у них приемов. Наверное, нет такого иранца, который бы чисто на одной коронке там, да? Да. Они все умеют очень много на ковре. Интересно всегда наблюдать за схватками с участием борцов из этой страны. Thank you.
первый период. 1-7. Дело пахнет разгромом, я бы сказал, да, в любом случае. Я думаю, он продолжит все равно в атакующем ключе да. работать. Но здесь 2 балла, да, здесь. Правильно. Сука, сорвался здесь, да? И вот перевернул, здесь 2. Тут еще, наверное, да, балл. М1 преимущество в 6 баллов за иранским борцом. Еще 4, и он может рассчитывать на досрочную победу. Хотя Куприянов, конечно, должен оказать сопротивление. Нет, все-таки за спину уж удалось выйти спортсмену в синем трико. 9-1. Если перевернет, все. Да. Нет, нет. Все-таки накрылся. И что? Да, может... 2 балла, и даже может сейчас на туше поймать Куприянов. Держится пока Резаи. Да, спасся, видимо, да. Да. И всего лишь могло 3, все 3, очень 3, печально 3, 9, закончиться, да. Хотел досрочно, не тут-то было. Да, ну так и продолжается, да. Хочет на промокашку что-то. Ну, я думаю, защититься сейчас, да. Не получится. Это ситуация. Это знаменитый тренер на фоне иранский, да. А что случилось? Травму получил? Нет, там, да, вроде на удушающего взял захват Куприянов за шею. Ну, по крайней мере, да, помощь медиков понадобилась. Будем надеяться, что... Яркий борец, не хотелось бы его потерять вот таким образом. Нашего турнира. Да, вот здесь вроде бы и пошел на накат, но едва не накрылся. Да. Ну, накрылся он. 2 балла да. все-таки отдал. Вот. И здесь вот, вот было опасное положение. Да, он мог вообще на туше закончить. Да. Буквально секунду, по-моему, не хватило для фиксации, да? Пару секунд. Вот здесь вот показывает, что да, за горло. Что? Тут еще здесь жестче возьмет. Да. Так, ну, 3-9. Ну, открыто борется, да, иранец? Да, позволяет соперника тоже провести приемы. Да, хороший перевод. Да, и на Милза берет. А здесь мгновенный контр перехват. И да. уже даже пытается взять на туше, да? Да. Ну это юниорская борьба уже идет, да? С атаки на атаку. Много сейчас. Баллов. В опасном положении все еще Куприянов. А сейчас. Да, ну захват такой жесткий взял. Думаю, будет. Да, туше. Хотя нет, руководитель ковра не согласился. Но здесь уже, наверное, будет да, туше. Еще целая минута есть. Туше. Чистая победа, да? Иранца. Ну, интересная схватка. Куприянов себя тоже хорошо проявил во втором периоде. 7 баллов взял. Непростой поединок для иранца. На ковре Б. Да, очень интересные нас ждут поединки.
любо дорого сейчас посмотреть. Ну, сейчас мы посмотрим, да, за девушками, как себя покажут, да, 68 килограмм. Наша гостья из Кыргызстана Линара Мусадзагиева и россиянка Диана Конкина. Конкина забежала за спину. Переворот накатом. Активно начинает, да, Конкина. 4 балла первую минуту, первую полминуты. Кстати, на ковре С выступает борец фамилии Подзаев. Интересно, приходится ли он ближайшим родственникам, да, легенде мировой борьбы, двукратному олимпийскому чемпиону Арсену Подзаеву. Конкина. Диана Конкина и Олеся Безу. Нет, извиняюсь. Диана Конкина и Линара Молдогазиева. Ну, в категории, в этой категории борьба проходит по круговой системе. Мало участниц. Ну, как мало? На женской борьбе на турнире в Якутске выступают борцы из 8 стран зарубежных. И всего 83 участницы, да? Это такой достаточно солидный показатель. Немногие турниры по женской борьбе собирают такое количество участниц на самом деле. Итак, следующая весовая категория, следующая схватка до 125 килограммов. Выйдут борцы. Чингиз Бальжинимаев, Республика Бурятия. Его соперник Нюргун Чукров. Нюргуна Чукрова вы должны знать. Он является старшим сыном Николаю Захаровичу Чукрову, мэру города Среднеколымска, мастера спорта России, чемпиону России среди юношей, да, в своем возрасте. Ну и посмотрим, как пройдет эта схватка. Чингиз Бальжинимаев тоже сильнейший представитель Республики Бурятия. Вот эти борцы, они почти одногодки и не раз встречались на соревнованиях дальневосточных первенствах и других турнирах. Да, известнейшая борцовская фамилия в республике Чукровых, да? Да, и династия дед, борцовская. Да, и дед, и отец, и очень много борцов из одной семьи. И вот богатырь Нюргун Чукров начинает тоже показывать себя и на международном уровне. Посмотрим, как он себя покажет сегодня.
Рост, да, такой? Рослый очень. Да. Метр 90, наверное, есть у Нергуна. Даже выше отца, да, получается? Или примерно одного? Да, примерно одного, наверное. У Нергуна еще есть младший брат. Тоже. Борис, да? Насчет борца не уверен, но тоже такого же роста, таких габаритов. Да, ну пока идет такая вязкая борьба. Килограммов тоже по круговой системе, и уже сегодня мы узнаем имя чемпиона в этом весе. Так что каждая схватка здесь на вес золота. 125 килограммов, 5 участников, и каждый, конечно, претендует на медали. Круговая система, все друг с другом проведут схватки. Бальжанимаев 3-0 ведет, уже вышел за спину. Первая минута, первый период практически завершился. Но Бальжанимаев, да, или? Бальжанимаев. Бальжанимаев. Да, немного неправильно. А Бальжанимаев или, да. Бальжанимаев. Да, ну в последнее время, в последние годы у нашей сборной республики появляется много, да, хороших борцов в тяжелых весовых категориях. И это очень радует. Никита Хабаров. Ну, много борцов. 92, 97, 125. Вот, допустим, на чемпионате Дальнего Востока, да, прошедшего в Улан-Удэ, наша сборная победила в общекомандном зачете. 6 золотых медалей выиграли и 3 в тяжелых весах. 3 из них, да? Да, 3 из них. И в средних весах, да, есть парни. Сегодня в золотом финале будет выступать Владимир Бойновский, 74 килограмма. Буквально вчера Станислав Свинобоев в категории до 74 килограммов стал чемпионом всероссийского турнира Шумилина в городе Калининград. Да. Никита Хабаров там наверняка войдет в призы. На ковер приглашается Кирилл Мардасовый, Россия. Ну, для такой схватки 3-0 это уже достаточно такое, да. Хорошее преимущество у Бальжанимаева. Нергуну сейчас надо вылаживаться до конца. Своей позиции очень хорошо он защищается, пытается взять захват Нергун на бросок.
Ух ты! 2 балла взял. 1 балл. 2, да. Показывает да, все-таки 1. Руководитель, да, показывает? Да. 3-1. Но это уже что-то есть. Да, 2 балла забираем. Уже. Врываем и... Это может быть победа. Да. Тоже будет искать, наверное, захват сейчас. Если соперник позволит, то Борцов может решить вопрос. Ну и арбитр сейчас может тоже показать неактивное действие, да? Ну и Шон будет активно. 40 секунд всего остается. Ну, здесь, конечно, уже предупреждения не будет. 30 секунд. Последние секунды. Надо Нюргуну что-то придумать. Рисковать. Да, идет в атаку. Один балл за 8 секунд, но... Он один балл не спасет. Да, не спасет. Надо как качество. Минимум 2. Там 3-2. Победа одерживает Чингиз Бальжимаев. Бурятия. Идем дальше. На ковре бы объявляют технический перерыв, да? Видимо. Нет. Сейчас мы перейдем на ковер С. Кирилл Мордовской и Ярылы Калыков. Республика Саха-Якутия и Республика Казахстан. Кирилл Мордовской ведет очень уверенно со счетом 8-0, да, я понимаю. Да. Ну, Кирилл является воспитанником Чурапчинской школы борьбы. Ну, сам уроженец Верхнебелюйского Луса. Его отца, наверное, многие знают. Хабсагаист. Тоже Кирилл Мордовской. Кирилл Кириллович, если я полагаю. Послушайте информацию на ковре по разъединению. Майкрут впереди. Да, 12-0, Кирилл Мордовской, уверенная победа над соперником из Казахстана. Это весовая категория до 70 килограммов. Первый успех на этом турнире. Хорошая, уверенная, красивая победа. Проход. Ноги поднимает. Посадил соперника. Сейчас на этом ковре будут выступать Эдуард Попов и Николай Николаев. Два представителя также нашей, да, школы борьбы, японской школы. Эдуард Попов и Николай Николаев. 1/8 финала, 61 килограмм. Да, победитель выходит в четвертьфинал.
начинается поединок. Давай, давай, красный, давай, синий, давай, синий. Давайте мы еще раз назовем, да, состав финалистов, которых мы видим в вечерней программе. Сегодня 18.00. В весовой категории до 57 килограммов будут выступать Баир Баяндуев, Бурятия, Россия, и Лев Павлов, Саха, Россия. 65 килограммов Мохаммад Риза Шакири, Иран. И Андроник Аветисян, Армения. 74 килограмма Сергей Пушкин, Коми, и Владимир Баяновский, Саха. 86 килограммов Хуман Бехсатпур, Иран, и Влад Фризен, Красноярск. 97 килограммов Владислав Козлов, Беларусь, и Ислам Кельчуков, Москва. За спину сейчас выходит Николаев. И сразу же Эдуард переворот. Попов. Это проводит приема 6-0. А, да, Эдуард Попов. 6-0. Красиво. С одного прохода сумела 6 баллов набрать. Или не. Да, 6 баллов. 6-0 идет на табло. Еще 2 балла. Можно еще накат. Нет, 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 нет. 4 балла. Красиво, да, бросил. Да. 1 балл Попову. 9-4. Работает хорошо сейчас. Попов. 11-4. Снова пытается провести переворот. Не получается. 10 секунд остается. Смотрим за яркими моментами первого периода. Эдуард Попов. Да, вот здесь получилась хорошая лампочка. Четыре, 3 балла нужны Попову для досрочной победы. Ну а для Николая Николаева, чтобы победить Попова, нужно выиграть 8 баллов или 7. Наталья Артемовна, Артемовна, Артемовна.
Итак, Эдуард Попов. Нет, оттуда 12-8. 12-8. Да, конкурентный всего поединок 4. Проходит. Всего. Ух ты! Ничего себе там на ковре, а. Нечто удивительное. Артем Слецов проигрывает со счетом 0-6. Вот это да. Главная да, надежда. Какой весовой категории 61, да? Даниэлю Абакумову. Давайте посмотрим. Да, вот эту схватку посмотрим, потому что, ну, Артем Слецов. Лидер нашей команды в этом весе, да, 61. Ух ты, здорово сейчас взял. На мельницу взял, 4 балла. Это должно быть. 6. 4. Ух ты. 6-6. Переворот, 6-6. Вот это да. Сразу восстановил, да? Равновесие в счете. Ну, он такой достаточно тоже... Щедрый парень. Да. Я вот на Дальнем Востоке видел финал. Он проигрывал большим отрывом, а потом выиграл на туше. Даже там на последней минуте, по-моему, выиграл. Ну да, на табло 4-6 все-таки. 4-6, ну, мне кажется, 6, там да. 4 балла было бросок первый, да? Да. Ой, красивый был бросок. Ну не дали. Время еще есть, конечно. Давайте посмотрим. Так, соперником выступает Артем Слепцова, Даниил Абакумов. Старший тренер, да, секундирует на углу Слепцова. Тоже на мельницу, да, захвата. Сейчас должен быть еще 2 балла. 6-6. Наконец-то, да. И впереди уже. Тоже воспитанник Чарапчинской школы, да? Да, Юрий сам Афанасьев родом, там, да. Да, сам родом из Момского района. Ну, прошел на Чарапчинскую школу борьбы. On the mat, please welcome Aito Kulinov, in the game team, Antonov. 6-6, счет. Еще 2 балла. Не стоит всего. Преимущество 2. Работать. Еще полминутки остается до окончания первого. Трех минутки. Интересно еще сейчас тоже. Еще 2 балла взял. 10-6. Да, ну вот Артем в самом начале схватки отдал 6 баллов. 2 наката провел Абакумов. В такой силовой манере. Ну, затем Артем отыграл 10 баллов, да? За 3 минуты, да? Еще такой хороший перевод. Посадку. Да, сделать, да. Скажем так. Вот это да, успел, да? Успел. 12-6. 12-6. И отрыв уже 6 баллов. Василий Неустроев и Юрий Афанасьев. Молодые, да, тренера. Ну, как молодые, да? Сейчас у них... Их время как раз время, да, пришло, да? Ну, для нас, да, они, в общем-то, не так уж давно, наверное, начали, да, тренерскую, да, работу. В принципе, есть аксакалы, которые десятками лет уже работают. Да, 4 балла, мне кажется, там с натяжкой, поэтому все-таки... 2 балла, да? 2 балла далее.
Ничего страшного, в общем-то. На ковре Б победу держал Тамир Эшимаев, Россия. Да, еще раз напомню, что уже через месяц, в середине апреля, у нас пройдет первенство России в этой возрастной категории до 21 года. Да. Вот всех этих ребят мы увидим в схватке с лучшими юниорами всех регионов России. Конечно, сильнейших школ Дагестана, Северного Кавказа, в общем, да, всех республик. Ну и, конечно, других регионов. Москвы, Московской области, Петербурга, Сибири, еще Дальнего Востока. Это будет настоящий праздник также борьбы. Количество участников, я думаю, будет даже, если не в разы, но гораздо больше будет, да? Именно среди юниоров. Под 400, по-моему, да, вот последний раз я вот видел, там 400, по-моему, участников было. Да. Ну, здесь, конечно, в силу дальности перелета, стоимости билетов, я думаю, может, чуть поменьше будет, но все равно это будет такой большой праздник спорта. И в каждом весе там заруба, да, за медали. Тем более, что сейчас соревнований международных не так много, поэтому... все силы на внутренней соревновании. Да, ну Артем Сосов показал, что первые секунды схватки это было лишь недоразумение. На ковре. Досрочная победа, Артем. Артем Слепцов. Мы будем наблюдать за его дальнейшими схватками. Смотреть. На ковра приглашается Николай. Хорошим настроением уходит с ковра. Артем. Это всего лишь квалификация пока. Да, сегодня тоже нас много работы ждет. Видимо, тоже без обеда. Это... Так, на ковер приглашается очередная пара и два представителя команды Республики Саха. Николай Жирков с красного угла и его соперник Юлиан Васильев уже стоит в центре ковра. Представителя сборной республики, да? Бороться. Ну что стоит? Ваш ковер остается зачем? Из-за вашего хорошо, что другие команды. Итак, Николай Жирков и Юлиан Васильев. На ковре победу держал Сергей Якимов. On the mat, the winner is Сергей Якимов. На ковер приглашаются Иннокентий Бабаранов, Алексей Петров. On the mat, I invite Иннокентий Бабаранов, Алексей Петров. Так, сейчас на трех коврах А, Б и С проходят такие схватки между якутскими борцами во всех весовых категориях. 61 в центральном ковре, 71 килограмм, там Иннокентий Бабаранов и Айкал Петров, а перед нами у нас Николай Жирков и Юлиан Васильев. Да,
На ковер бы приготовиться женской команде весовой категории до 62 килограмм. Опа! Штрипала. Клажукова. Хороший. Бросок провел сейчас. Да, вот Николай Жирков является сыном, старшим сыном известного энтузиаста борьбы Виталия Жиркова, который постоянно ездит на сборы в Северный Кавказ, водит туда ребятишек на совместные сборы в Чечню, в Дагестан, в Осетию. Эрчим Жирков, еще вот младший брат Николая, на той неделе стал победителем первенства Дальнего Востока. Еще есть дочка, которая успешно выступает по стрельбе из лука, такая спортивная семья. Пока выигрывает, да, 4-2. Да. Герман Степанович Кантоев секундирует чемпион мира Жиркову. На ковре победил Айтал Кромов. Мапочка закрутил. На ковре приглашается Азизбек Наимов, Узбекистан, Алексей Сухарев, Россия. On the mat seat, please welcome Azizbek Naimov, Uzbekistan, Алексей Сухарев, Russia. Сейчас может полететь на обратный, да. Или стойка. Да, стойка защищается хорошо. Жирков. И про... Я думал, сейчас на парамакашку возьмет, но... Все-таки... Не соединил руки. Два балла все-таки взял, да? 6-2. Весовая категория до 61 килограмма, всего лишь стадия квалификации, то есть все только начинается. Ну,
еще близок завоевание 2 баллов. Николай Жирков. Десять два. Встреча завершается. На ковре А победу держал Николай Жирков. On the mat A, the winner is Николай Жирков. На ковре. Ну а сейчас на ковер А выйдут девушки весовой категории до 62 килограмма. Ольга Яценко и Хуралгараф Болтбатов. Да, мы сейчас будем думать, да, быстренько, на какой ковер перейдем. Да, давайте посмотрим на ковер С, где пройдет схватка категории до 62 килограммов. Это девушки. Кишкула Кыргыз, спортсменка из Республики Тыва. И Алия Бадашкеева. Наверное, это Бурятия, да? Да, две спортсменки из регионов России. Первый балл представительница Республики Тыва, да, Кишкала Кыргыз, 2 балла взяла. И переворот с крестного захвата. Еще раз. 6-0 уже ведет в первую минуту. Киева. Десять ноль в пользу спортсменки в красном трико.
Кишкала Кыргыз. И проходит следующую. Следующий раунд. Да, я предлагаю перейти нашим режиссерам на центральный ковер, ковер Б. Здесь также ожидаются очень принципиальные, интересные схватки на весовой категории до 61 килограмма. Сейчас посмотрим. Центральный ковер, ковер Б. Да, вот интересная схватка. Арутюнян из Армении, спортсмен в красном трико Арутюнян Хавнатнисян и его соперник Давид Сагды, Россия. Видимо, Тупа, да? Интереснейшая схватка. После этой схватки нас ждет встреча Артема Слепцова с Александром Кипоровым. Также в этом весе. Потом Арсен Кононов, Николай Жирков. Ну, в общем, там интересные схватки будут. Будем смотреть и за другими коврами, что происходит. Очень интересная проходит схватка. Первый период только. Последняя минута сейчас пошла. За 2 минуты успели спортсмены набрать по 4 балла. Равная схватка достойных соперников. Поэтому будем наблюдать. Осторожнее, да, сейчас стали действовать борцы, и первый период завершается вот с таким равным счетом 4-4. Вот тренер сборной Армении. Спортсменам в красном 8-4. Давид Сагды Тыва.
уступает уже в 4 балла в самом начале поединка. Ребята оба очень активные, бросковые. Думаю, еще много мы увидим технических действий, приемов различных. Начинает атаку Сагды. Ищет подходы, но сам сейчас нарывается. Такой бросок на 5 баллов даже, 4 балла. И работает в партере. Интересная схватка, сейчас мы досмотрим, потом нам подошел гость наш, поговорим, уделим внимание. Интереснейшая схватка, вот Давид Сагды 2 балла забирает, 12-6, минута полторы еще бороться. Ух ты, вот это да, рычаг Милза, да? Рычаг Милза и туше Давид Сагды. Вот это да, 10-12 и туше. От Давида Сагды, Республика Тыва, просто великий, большой характер показал этот парень. В самом начале упустил такую атаку, 4 балла отдал, но сейчас уже да, его соперник. Да, к нам присоединяется характер, да? Да, Александр Степанович Кантоев, заместитель директора училища Олимпийского резерва, который носит имя Романа Михайловича Дмитриева. Именно они являются главными организаторами данного турнира. Александр Степанович, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, да, какая работа была проведена, да, как вы такой состав привезли на наш турнир. Много стран, 13 стран участвует, 260 участников. В этом году турнир Романа Михайловича как никогда приехали больше зарубежных стран. И очень сильный состав, да, я смотрю, просто сильнейший состав Ирана, вот Армении, кстати, тоже, да. Да. Первые состав, номера, по-моему. Состав очень сильный, как никогда. Вы все сами видите. Иранская сборная полным составом приехал и показывает да, хорошие зрелищные схватки именно вот иранская сборная. Да, они будут бороться в финалах сегодня, да, так что я думаю, как минимум одну золотую медаль у них будет. А у нас вот лидер наш выходит на ковер, Артем Слепцов, и против него Александр Егоров, также наш борец. Один из лидеров нашей сборной, Артем Слепцов, тренируется под руководством моего земляка Афанасия Юрия. 2 балла показывает, да, Егорова. Ну и в первой схватке своей Артем Слепцов отдал 6 баллов, да, а потом уже выиграл досрочно своего соперника, так что для него это, в общем, в порядке вещей, скажем так. Да, первая схватка всегда бывает тяжелой. Да? У вас, конечно, опыт огромный. Вы на первенстве мира, да, выигрывали в своем, ну, в своей спортивной карьере. Вот этот возраст, понятно, наверное, самый такой ответственный при переходе с юношеской борьбы уже на взрослый, да, уровень. Это... Именно с этого возраста я начал, скажем, восхождение, более, да? Да, восхождение. Более профессиональный уровень вышел. Да, и действительно,
Первый день показал, да и сейчас мы видели, да, насколько сильные ребята приехали из регионов России, 27 регионов, да, присутствует на нашем турнире, вот как Демьян Макаров какие схватки показал, вы, наверное, следили тоже. Я видел, вы и в первый день очень много, да, смотрели схватки, практически все, по-моему, да, из трибун и рядом со спортсменами. Болели, конечно, наверное, за нашу команду тоже. Все команды привезли в основном первый состав, поэтому видно, что уровень, все, да? Да, уровень спортсменов, на каком они уровне. Армения тоже хороший состав привез. И даже из Индии приехали, да, спортсмены, из самой далекой страны, из Индии, из Греции. Да, из Индии. Привезли молодых ребят, хорошую команду. Это все благодаря ССП России привезли. Петр Петрович Мшанов, да, тоже. Да, Петр Петрович очень много помог в плане приезда из зарубежных стран. Артем Слепцов на туше выигрывает 6-2 и туше. Молодец, конечно. Молодец, ага. Очень уверенно идет. Будем надеяться на нашего парня. Именно на него сегодня и рассчитываем. Хороший результат. Ну и вчера тоже очень хорошие схватки мы увидели в исполнении Льва Павлова, да? И Владимира Бояновского, 274 килограмма. Да, ребята хорошо отборолись. Именно на них мы надеялись. То есть лидеры себя проявили, да, удалось все-таки им показать себя. Да. Не подвели, что называется, да? Да, не подвели. И тренеров, и организаторов, конечно. Так и должно быть, что дома должны лидеры без сомнений показать результаты. Да, брать на себя ответственность, да, показывать все, что умеют. Правильно, да? Да. Ну, конечно, это очень большая работа на самом деле, да. Не многие, конечно, представляют, потому что организаторская работа вот такого большого турнира, это, конечно, очень опыт большой, да, у нашей республики в проведении крупных спортивных мероприятий, вообще крупных событий, да. Поэтому здесь мы видим и как оформлен, да, и наша арена. Мне кажется, это на уровне больших, самых больших турниров, даже чемпионатов, даже можно сказать. Потому что, ну, очень все красочно, красиво обставлено. Я думаю, финалы тоже у нас будут сегодня особенные, правильно? Да. И открытие церемонии. В 17:00 у нас церемония открытия, так что ждем всех. Приходите в Центр спортивной подготовки «Триумф». Церемония открытия у нас в 17:00, как я сказал. Ну, а финал в 18:00 в прямом эфире. Мы благодарим, конечно, организаторов за такой праздник, который подарили. Три дня. Три дня мы будем смотреть за схватками лучших юниоров. Да, действительно так. Очень приятно, кстати, когда вот наши гости говорят о нашем турнире. Каждым годом ваш турнир лучше и лучше становится. Да, и вчера также мой сокомментатор Вячеслав Абдусаламов, да, известный журналист, блогер, журналист Федерации спортивной борьбы России, тоже на самых высоких тонах отзывался о нашем турнире, говорил, что, ну, удивился он. Он говорил, это Якутия не просто центр, один из центров борьбы в России, но сегодня уже можно говорить о том, что это центр мировой, один из центров мировой развития борьбы. Согласен. Если... Все говорят, я много слышал о нашем турнире, все говорят, именно в этом возрасте такого, это уникальный, такого турнира международного нет. Уровня нету. Да, это уникальный турнир. По всему миру. Да, и, конечно, очень отрадно, что именно наша республика вот такую идею подала и воплотила в жизнь. И носит этот турнир имя нашего первого олимпийского чемпиона, да, блестящего сына народа Саха, великого спортсмена Романа Михайловича Дмитриева,
4-0 ведет Кононов. Это тоже наши ребята, да, воспитанники республики нашей школы борьбы, да. 6-0 ведет Кононов. Ну, у нас сегодня очень много схваток будет. Думаю, что все болельщики будут довольны, останутся довольны, я в этом просто не сомневаюсь. Именно вот этот возраст самый интересный, наверное, да, чтобы наблюдать. Очень много мы видим приемов, очень много таких интересных схваток. Вот только что мы видели тоже рычаг Милза в исполнении спортсменной стывы. Один, ну, мы знали, и Нюргун Скрябин как показывал этот прием на высоком уровне. И сейчас мы видим, как ребята молодые тоже. Наверное, видел этот прием тоже, как исполняет, да, Нюргун, когда-то, сейчас. Коронный прием, да, Скрябин. Очень здорово. Это была блестящая, одна из лучших, наверное, схваток нашей утренней программы. Мы видели много действительно таких зрелищных хороших схваток. Зрелищных схваток, да? Да. Вчера тоже были хорошие зрелищные схватки между борцами иранскими. Да. Армения тоже, да, Беларусь. Очень сильный парень сегодня будет, весит до 97, да? Козлов будет бороться с Кильчуком в финале 97 килограммов. Вы сами боролись за Республику Беларуси, и ваш брат тоже стал чемпионом мира, да, в составе этой команды. Очень радостно видеть, что очень много спортсменов приехали именно из Беларуси. И девушек очень много, и они хорошо выступают. Всегда мы с белорусскими командами на связи, всегда друг друга поддерживаем. Очень приятно, когда приезжает из Беларуси с такой командой. Да, участвует, да, с большой охотой, конечно. Это очень отрадно. Вот девушки, да, впервые в этом году у нас выступают тоже. Показывают очень хорошее мастерство, между прочим, стали настоящим украшением нашего турнира, мне так кажется, да. И в последующем у нас обязательно это будет тоже в программе наших турниров. Да, в последующем уже, думаю, будет. На постоянной основе. Да, на постоянной основе. Вот спортсменки. Наши девушки вчера тоже порадовали. Хорошо отборолись. Копылова Александра, да? И Алина, да. Алина. Оба вышли в финал. Оба в финал вышли. А здесь вот представители тоже разных стран, да, Кыргызстан и Россия. Всего 82 участниц. Очень много, да, действительно. В юниорском, включая, тем более, возрасте. Включая всех стран, 82 участниц всего. А для юниоров участников 254 участников. Ну, а сборная республики, я вот вижу, да, 63, да, спортсмена, да? Да, наша сборная представляет 64 участников. И юниорки тоже 9. Интересно. Юниорки 9 участников. Сейчас мы на небольшую паузу прервемся, буквально пару минут. Александр Степанович, я благодарю тебя за ваш рассказ, да, что присоединились к нашему эфиру. Еще обязательно встретимся. Спасибо. Спасибо.
Повтор схватки двух спортсменов весовой категории до 68 килограммов. Это второй круг. Гульнура Таштанбекова и Лиза Дудаева. Блестящая победа спортсменки из Кыргызстана.
через бедро, очень красивый получился. Итак, на ковре C следующая схватка среди девушек. Розалина Садыкова, 76 килограммов, это весовая категория, и Кристина Федосова. Ждем выхода спортсменок. А мы остаемся на ковре С. Сейчас девушки Розалина Садыкова и Кристина Федосова, 76 килограммов. Это первый круг, первая схватка для девушек. Далее здесь будут схватки в 1/4 уже финала весовой категории до 79 килограммов среди юниоров. И схватка между спортсменом из Монголии и России мы уделим внимание. Пока посмотрим за женской борьбой. Вот сразу очень активно начинает Федосова. Работает в партере. Хорошо как положила и даже на лопатке. 4-0 и туше. Даже не успела вторая минутка завершиться. И спортсменка в синем. Кристина Федосова выигрывает схватку. И перейдем мы уже к мужской борьбе. 79 килограммов. Четвертьфинал. Байржахлан Мунхбатор и Шавкат Турсунов. Ждем спортсменов.
Да, ждем соперника. Надеюсь, появится Шавкат Турсунов, представитель сборной России. Далее ждет встреча также международная против России и Греции. Ну а потом наш Евгений Аронов, представитель сборной Якутии, против Мустафа Гаджи Малашдибирова, который выиграл Аюра Немаева, как мы помним, в одной из первых схваток сегодняшнего дня соревнований. Схватка начинается, спортсмены готовы. Свисток дан. Это уже схватка за выход в полуфинал в этой весовой категории. Как мы видим, Турсунову ассистирует старший тренер юниорской сборной России Абдусалам Гадисов. И начинает сразу. Очень активно отталкивает за ковер соперника. Один балл зарабатывает Турсунов. Уже более активно начинает его соперник работать. Шаг его не. И вот отлично сейчас переводит и держит в опасном положении спортсмен из Монголии Мунгбатар. Туше. Да, свисток дан, так что это уже победа спортсмена в красном трико. На повторе мы обязательно посмотрим, что это была за ошибка, да. Байрсахлан Мунхбатар. Поздравляем спортсмена. Блестящая победа. Красивая схватка получилась. Недолгая. Вот. В этом положении очень хорошо отработал Мунхбатар. Вот как перевел. Перевернул соперника и вот держал в опасном положении. И в итоге чистая победа спортсмена из Монголии. Следующая схватка. Шухрат Расулов и Панагиотис Полихронидис. Спортсмен из Греции. Родина Олимпийских игр. Посмотрим, как себя покажет Шухрат Расулов. Республика Татарстан нам подсказывает табло. Полихронидис пока больше в защите. Шухрат Расулов активнее работает. Такая завязка тоже интересна. Выходит за спину. Даже за ковер не ушел Полихронидис. Защищается хорошо. Почему свисток был дан? Не ушел вроде за ковер. Хотя, ну, арбитру виднее. Один балл Расулову. Thank you.
за ковер выталкивает спортсмен из Татарстана. И уже идет 2-0. Окончание первого периода. Пока спортсмены из Греции нечего противопоставить. Все время вот так и спортсмен с красным трико. Первый период 3-0 в пользу российского борца. Наращивает свое преимущество спортсмен из Татарстана. Уже 6-0 ведет. В первую минуту второго периода подбаивает преимущество. Шохрат Расулов. Но, к сожалению, ничего не показал Павлихранидис, не позволил ему
его соперник. Не набрал еще ни одного балла. Ну, на самом деле, конечно, он пытается, попытки он не оставляет, но вот все время в выигрышной позиции оказывается, еще два балла. Нет, еще не отдал. Но здесь 7-0 на табло. Работает сейчас в партере соперник, но, видимо, здесь будет, скорее всего, свисток. Или, ну, здесь, наверное, можно для атакующей позиции. Расулов 9-0. Но все еще не досрочная победа. Секунд до окончания. Ну, для молодых борцов, конечно, это хороший опыт. В Греции, конечно, не так хорошо развита вольная борьба, как в России. И, в общем-то, результат закономерен, но для молодого борца это, конечно, большой урок из Европы. Секунд. Из защиты уходит Расулов. Не атакует. 10 секунд. Попытка прохода. Спокойно провожает Расулов. Даже отдал ногу. Ждет, пока прозвучит свисток. Очень такая уверенная, конечно, победа для Расулова. Ну, а мы ждем выхода на ковер нашего Евгения Аронова против Мустафа Гаджи Малачдибирова. 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов скоро начнется. Начинается схватка двух борцов за выход в 1/2 финала весовой категории до 92 килограммов. Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, и его соперник Мустафа Гаджи Малачдибиров. Тоже одна из конкурентных весовых категорий нашего турнира. Четвертьфинал. Проход в ноги Малачдибирова. Евгений хорошо защитился. Но все еще этот захват продолжается. Снова идет в атаку Малачдибиров. Евгений отлично защитился. Евгений вот буквально недавно также стал финалистом чемпионата первенства Дальнего Востока в своем возрасте. Уступил как раз Аюру Немаеву, который проиграл Малачдибирова в очень таком обидной схватке. Вел в концовке, был в атакующей позиции, но пропустил контратаку, и уже времени отыграться не хватило.
Да, небольшая медицинская помощь нужна Евгению Аронову. Мы знаем и старшего брата Евгения, как он защищает честь нашей республики. Это братья борцы Андрей и Евгений. Оба в больших весах, оба родом из Мирного. Одни из лидеров нашей республики в тяжелых весах. Постоянные призеры, победители всех турниров дальневосточных, республиканских и на всероссийской арене тоже. И вот схватка Евгения на международном турнире. Очень интересно будет посмотреть. Ух ты, 2 балла и плюс еще за выход, да? То есть 3-0 и уже переворот. 2 балла засчитывал как-то очень легко, конечно. За 6, по-моему, вышел за ковер и досрочная победа или нет еще. 9-0, да? 1 балл. Остается набрать Малыч Диберову. Я думал, все-таки более конкурентно будет эта схватка. Евгению надо набрать самому уже пару баллов. Тогда появятся шансы что-то поменять во втором периоде. Попробовать атаковать. Ну, не отдать сейчас досрочную победу, чисто техническую. Ну, а во втором отдать все силы и попробовать вырвать победу. Все. Перерыв 30 секунд. Смотрим повтор. Начало второго периода. Где-то призывает, по-моему, тоже вытереть кровь. Кстати, накануне с нашими гостями, борцами, встретился и глава республики Арсен Сергеевич Николаев. Поприветствовал большой дружной компании, были в гостях наши организаторы, гости, участники, тренеры. Давай.
Но пока бездействие у нас во втором отрезке поединка. Призывает активнее бороться арбитр. И все. 10-0. Досрочная победа Малыш Дебирова. Уверен, он выходит в полуфинал турнира. Вторая победа спортсмена. Ну а в следующей схватке мы увидим борца из Индии Анила против Егора Бельских из России. И смотрим, как заработал победный балл здесь в повторах. Ну и совсем скоро у нас начнутся четвертьфинальные схватки и у юниоров весовой категории до 61-80 килограммов. Так, надо будет следить за всеми коврами. Интересно. Вот перед нами гость из Индии. Пока. Бельских выигрывает 2 балла, еще 2, 4-0 ведет. Ух ты, 6-0. И продолжает работать в партере. Еще один переворот, но уже, видимо, не получится дальше. Нет, уже за ковер ушел, и 8-0 ведет Егор Бельских. Его соперник Анил из Индии. Вот одна из самых дальних, наверное, стран гостей, участниц нашего турнира. Не так часто мы видим спортсменов из этой стороны, борцов на наших турнирах. Всего минута прошла, уже Бельских солидное преимущество нарастил. Победа Егора Бельских. Это весовая категория до 92 килограммов. Также четвертьфинал. Мы пока последим, как будут сейчас вызывать спортсменов. Совсем скоро у нас решающие схватки в других весовых категориях. Третий круг.
4 финала. Диана Антропова, Россия, и Дильшода Наматназарова, Узбекистан. Девушки за выход в 1/2 финала. Победа и выход в полуфинал россиянки. Диана Антропова на душе выигрывает свою соперницу и в хорошем настроении выходит в 1/2 финала весовой категории до 53 килограммов. Мы ждем на этом ковре сейчас схватку Кюндюны Борисовой, Россия, Республика Саха-Якутия, против Екатерины Карпушкиной. Девушки на ковре, и начинается схватка Кюндюны Борисовой и Екатерины Карпушкиной. Зарабатывает 2 балла. Выходит вперед в этой схватке. И опять чуть не прошла сейчас в ноги. Опасно было. Снова позволяет очень легко сейчас пройти за спину своей соперницы Кюндюны. И 4-0 уже счет встречи. Работает в партере, поднимает арбитр. Тоже борьба за выход в полуфинал. Yeah.
Ну, очень опрометчиво сейчас атакует Борисова. И опять отдает очки, да? Я так понимаю, да, 6-0 уже. Так, ну, тоже. Еще минута бороться в первом периоде, так что времени, в общем-то, достаточно, но пока гораздо лучше выглядит Карпушкина. Еще 2 балла, 8-0. Если сейчас получится, нет, воскресный захват не получился, и 6-8-0 все еще. На отдых, и девушки посовещаются с тренерами, соберутся силы. Второй период ждем. Очень активно работать Борисова с первых секунд второго периода, но чем защиту пока пройти не получается Карпушкиной. И 2 балла, 10-0 в пользу Карпушкиной. Проходит она в полуфинал нашего турнира. Работаем на центральном ковре, весовая категория до 79 килограммов, 1/4 финала, Роман Николаев против Валерия Суанова.
Предупреждение борцов синим. Суанову. Роман Николаев, Республика Саха-Якутия. Ух ты! 2 балла, да? Суанов зарабатывает. И 2-0 ведет. Ищут подход, ищет Николаев, но пока еще защиту пройти не может. Вот хорошая сейчас возможность у него появляется, берет за ногу, уходит за спину своего соперника. 20 секунд еще есть. Ну как сейчас оценит? 1 балл всего зарабатывает Николаев за выход за ковер соперника, и 19 секунд до окончания первого периода. Очень хорошая была возможность, но защита Суанова была на высоте в этом эпизоде, надо сказать. Челлендж. Ну, арбитр, руководитель ковра подзывает рефери и совещаются. 2 балла показывает синему. 4-0 ведет Суанов. Видимо, не ушел за ковер Суанов и свое действие успел провести. Контрприем получился. Так, будем следить, как кого сейчас подзывают на других коврах. Там должны уже начаться интересные поединки и в других весовых категориях 61-70. Сразу же начинает атаку Николаев. Активно начинает. 2 балла, еще 2-4. Сравнивает ход встречи. Выходит вперед, да? Нет? Не оценили последние действия. И свисток прозвучал. 4-4, но выходит вперед по последнему действию Роман Николаев. Похвальное начало. За 20 секунд успел набрать. Такие нужные баллы уже... Преимущества у Суанова нет. Все начинается заново. Валерий Суанов.
Роман проходит в ноги. Надо сказать, ух ты, вот это хороший бросок получился на 4 балла. И работает очень активно. Роман, где же он был в первом периоде? Очень здорово. Все, мне кажется, это уже досрочная победа. 4 балла плюс сколько там накатов получилось. Роман Николаев выходит в 1/2 финала весовой категории до 79 килограммов. Да, я предлагаю перейти режиссеру после этой схватки на ковер А, посмотреть, что происходит там. Слишком много мы уделили внимания весовой категории до 92 килограммов, которые выйдут следующими на этом ковре. Посмотрим и на другие веса. Ну, а Роман Николаев нас, конечно, порадовал своей борьбой во втором периоде. Такое ощущение, что совсем другой человек вышел на вторую трехминутку и блестящую победу одержал. Здесь очень интересная тоже схватка на ковре А. Юлиан Григорьев в синем трико и его соперник из Кыргызстана Лухан Доктурбек Улу. 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма. Только в стадии 1/8 мы все еще в этом весе. И счет здесь 2-2. Юлиан Григорьев в первом круге. Мы видели его схватку с Андреем Медловец, да, выиграл эту схватку со своим соотечественником с одной республики. Мы здесь уже международная встреча с представителем Кыргызстана.